Одесская область до сих пор в лидерах среди регионов по показателю прироста новых больных коронавирусом. Последние сутки добавили к печальной статистике еще 830 инфицированных жителей нашего региона. Из них 345 одесситы, 485 жителей районов области. Данных о летальных случаях нет. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 59 113 жителей Одесской области. Из них в Одессе 26 680. 84 человека. Продолжают болеть 11 465 человек. Также стало известно, что с 19 декабря в Украине вводят новые карантинные ограничения для учреждений образования, культуры и общественного питания. Под ограничения попадают религиозные мероприятия. Один человек на 5 квадратных метров. В школах запрещаются массовые празднования. Заведения общественного питания не смогут работать с 11 вечера до 7 часов утра. Напомню, что полторы недели назад президент Украины Владимир Зеленский на своем YouTube-канале опубликовал видеообращение, где пообещал новогоднюю ночь без ограничений. Но, как видим, правительство на этот счет имеет свои планы.